行。А можешь, не? Вика. Вот там вон кусочек красного. Громко? Здравствуйте, тебе надо? Громко? Да, мы еще должны сделать туда одну полосу. В это сооружение для банта? Нет, это еще. А, бат пришел. А что, он должен, оно пойдет? Пока еще его не было. Он там строит что-то. Да? Посмотри. Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы у вас выступали примерно год назад на Масленицу в 2014 году. Рады очень опять встречи с вами. Меня зовут Михаил, я играю на гитаре и на гармошке. И мою партнершу зовут Ирина Львовна Корохина, она играет на балалайке, балалайщица виртуоз. И сегодня для вас представим программу русских, классических, еврейских, цыганских песен и музыки. Начнем мы наше выступление с произведения, которое называется «Камалинская русская народная песня». Которое мы для вас сыграем, написано было итальянским композитором Монти на тему цыганского танца «Чардаш», который произошел известно. Thank you.
Большое спасибо. Следующее произведение, которое мы для вас исполним, это песня из популярного фильма советского «Жестокий романс». И одеты мы сегодня как цыгане. Обратили внимание? Если вы до сих пор не догадались, мы одеты в цыганские наряды. А мы пытаемся догадаться, почему как цыгане будут с кедом. А вот. Хотим поздравить всех, кто помнит или кто принимал участие в Великой Отечественной войне. Вот, мы кланяемся вам, спасибо вам за то, что вы сделали, за те решения, за те страдания, которые вы перенесли. И мы хотим спеть для вас песню военных лет, которая называется «Катюша». На высокий берег крутой выходила
сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ярким солнцем вслед, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Вальс из американского фильма 1999 года, который называется «Онегин». Вот, это фильм американский, и в нем звучал вот этот вот вальс, который в фильме называется «Name Date Waltz». Вот, но вообще это на самом деле на сопках Манжуни. Ну, что ты секрет большое. Сейчас мы для вас исполним цыганскую фантазию. Я думаю, все мелодии из этой фантазии вы узнаете. Раз, два, три, четыре.
Лукрянки царит над нами, сила властная царит над нами, любовь прекрасная, я цыган с рвой полей, мне горят безумие ночей, песни звон огня и гитар, их плени, пленительный угар, лишь только хор цыганский запоет, ночью страстью сердце вошет, и нальется души сладкий яд, а гитары плачут и звенят. Гори, гори, любовь цыганки, одна красавица смуглянки, царит над нами, сила властная, царит над нами, любовь прекрасная. Поговори, хоть ты со мной, подруга семиструнная, вся душа полна такой тоской, а ночь такая лунная. И прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас, я не в добрый час. Ты цыган, я цыган, оба мы цыгане, ты воруешь лошадей, я ворую сани. Немножко передохнет и переоденется. Вот. А я хочу вам показать несколько скороговорок русских. И я хотел бы, чтобы вы попробовали эти скороговорки за мною повторить. Первая скороговорка очень коротенькая, очень простая. Сосредоточьтесь, пожалуйста. И попробуйте повторить. Цапля чавка, цапля сохла, цапля сдохла. Цапля чахта, цапля сохла, цапля сдохла. Следующая скороговорка, немножко подлиннее. Ехал грек через реку, видит реку в реке рак, сунул грека руку в реку, рак за руку в реку цап. Видит грека в реке рак, сунул грека руку в реку, рак за руку в реку цап. Следующая скороговорка еще длиннее. Четыре черненьких чернявеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж, чрезвычайно четко. Ну хорошо, у вас получается. Следующая скороговорка еще сложнее. Я ее скажу сначала медленно, а потом немножко побыстрее. Намели мы лениво, налимо ловили, меняли налимо мы на линя. Любви не меняли, вы мило молили, в туман и лимана манили меня. Сейчас я ее скажу очень-очень быстро. Намели мы лениво, налимо ловили меня, налимо мы на линя, любви не меняли, вы мило молили, в туман и лимана манили меня. Спасибо большое. Ну и наконец я хочу для вас спеть скороговорку, которую я записал в фольклорной экспедиции. Я учился в Институте культуры в Москве, и нас посылали как студентов собирать песни народные, всякие присказки в деревнях. Вот эту скороговорку я записал в деревне Круглая Белгородской области. Да ты Наталья, Натальюша, да ты Наталья, алый цвет. Ты варварна, да варвалья, на варварта, любарвуша, ты варварна, да варвалья, а варвалый цвет. Личиком обела, бровки черные, да развеселые глаза.
Ливервичкам бевервел, проворвовки човорворны, разворвор веселворволы, евервер глаза, да развеселые глаза, ох, режут сердце без ножа. Разворвор веселворволы, евервер глаза, ох, ревер, режут северверцы без вервер ножа. Режут сердце и печет, куда я влюбился у девчонку. Ревер вяжут северверцы и вервер печоворвонку, я варвар влюбился у варвор девчоворвонку. Да я влюбился, урезался, было бы ножик, зарезался. Я варвар влюбился, уварвар резаврвался, бы варвал бы новар, вожик заварвар резаврвался. Дайте ножик, дайте вилку, да я зарежу свою милку. Да варвати новар, вожик, да варвати вивервилку, я варвар заревер вяжу сваварвою вивервилку. Сломался ножик, ступилась вилка, да и осталась жива милка. Слома ворвался номер, во что вивервилась вивервилка, и вервер оставрвалась, живорвала вивервилка. Ты вырвыр, да та ворвали я, на ворвар, та люворвуша, ты вырвыр, на та ворвали я, а ворвалый цвет. Ты вырвыр, на та ворвали я, на ворвар, та люворвуша, ты вырвыр, на та ворвали я, а ворвалый цвет. Ты вырвыр, на та ворвали я, на ворвар, та люворвуша, ты вырвыр, на та ворвали я, а ворвалый цвет. Ты вырвыр, на та ворвали я, на ворвар, та люворвуша, ты вырвыр, на та ворвали я, 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 та ворвалый цвет. Все. Сейчас, дорогие друзья, Ирина Львовна вам покажет еврейский танец. Как вот я не знаю, где зажигалка. Еврейский свадебный танец, который называется «Танец со свечкой». Танец со свечкой. Вот. А сейчас мы для вас хотим сыграть еврейскую фантазию, попурри наших любимых еврейских песен. Thank you.
вертится шар голубой, крутится, вертится над головой, крутится, вертится, хочет упасть, кавалер барышню хочет украсть, крутится, вертится, хочет упасть, кавалер барышню хочет украсть. Где эта улица, где этот дом? Что я влюблен, вот эта улица, вот этот дом, а вот эта барышня, что я влюблен. Все в одно произведение, потому что времени обычно всегда не хватает, чтобы сыграть все. Так что я думаю, все их вы тоже узнаете. Thank you.
дорогие друзья, я хочу вам сыграть на своем любимом инструменте. Этот инструмент называется гармонь, двухрядка. Вот, и я этот инструмент купил пару лет назад. Это очень маленькая гармошечка такая, вот, но очень приятная. Здесь всего два ряда кнопок с каждой стороны. С левой стороны у меня здесь есть басы и аккорды. А с правой стороны у меня просто мажорная гамма. Гармошка всего может играть в двух тональностях, для миноре или до мажоре. Для миноре, до мажоре. Вот, я думаю, что я вам спою песню, которая называется «Ой, цветет калина». Если хотите, пожалуйста, мне подпевайте. Ой, цветет калина, море у ручья, парня молодого полюбила я, парня полюбила на свою беду. Могу открыться, слов я не найду. Он живет, не знает одна девчина думает о нем. У ручья с калины полетает свет, а любовь девичья не проходит в нем. А любовь девичья с каждым днем сильней, как же мне решиться рассказать о ней? Я хожу не с нею волю, да слова милый мой хороший, да дай сердца, милый мой хороший, да. Песню с гармошечкой? Да. Ну, давайте, я не знаю, может быть, «Коробушку» давайте я вам спою. «Коробушка» — старинная русская песня. Я недавно прочитал на веб-сайте Википедии, что этой песне всего 134 года, а я думал, что гораздо больше. Я думал, что она старше. Значит, раз, два, три, четыре. Парча, а жалею, что моя заслужка, молодец, кого плеча.
Я думаю, что я бы хотел поздравить Михаила. Где Михаил? Они, наверное, отвечают. Они, наверное, отвечают. Да ладно, если Михаил вернется, тогда мы его поздравим. Дорогие друзья, обратите внимание, пожалуйста, на наряд Ирины Львовны Корохиной. Вот посмотрите, она переоделась теперь в русский костюм. Позвольте мне несколько слов сказать об этом удивительном музыканте. Ирина Львовна закончила в Санкт-Петербурге консерваторию по классу балалайки, а потом еще закончила аспирантуру по классу балалайки. Должна была преподавать там в консерватории. Вот, она играла в оркестре имени Андреева в Санкт-Петербурге, а также была прапорщиком Северо-западных вооруженных сил. А сейчас позвольте нам поздравить Михаила и пожелать ему долгих лет жизни, хорошего настроения и крепкого здоровья. Михаилу, а мы возвращаемся к нашему выступлению. Сейчас мы для вас исполним старинную русскую народную песню, которая называется «Как заставил меня муж парну банюшку топить». Для вас сыграть вальс, который написал Дмитрий Шостакович. Вальс этот называется очень интересно. Вальс номер 2. Thank you.
графа, что у него порвалась струна. Сейчас мы немножко настроим. Да, очень старался. Это я виноват. Я виноват. Для вас он на гармошке играл, на гармошке ничего не случилось. На гармошке вообще струн нет. Мы для вас сейчас играем русскую народную песенку, песню «Валенки». Хочет для вас исполнить русскую народную песню, самую популярную на русскую народную песню, которая только есть на белом свете. Эта песня называется... Thank you.
это танцовка. Спасибо большое. Как вас зовут, молодежь? Ну, у нас осталось буквально несколько минут. Может, вы что-то хотите услышать такое конкретно? Да вы чаще приходили к нам. Хорошо. Да, вот начальство. Давай же успокоение. Thank you.
заключение нашего концерта представиться. Меня зовут Михаил Смирнов, я из Москвы, но проживаю здесь уже 25 лет. Работал в ансамбле русской песни под руководством Надежды Бабкиной. Вот. И в 91 году ансамбль приехал на гастроли в США, и один гармонист, не досчитались одного человека, когда ансамбль Бабкина вернулся в Москву. Вот. Ирина Львовна Корохина, выпускница Санкт-Петербургской консерватории, проживает в Америке уже 5 лет. Так что, дорогие друзья, спасибо большое за вашу дискуссию, за вашу улыбку. Это самое-самое хорошее. И давайте самое главное, чтобы здоровье были все ваши близкие. Спасибо большое. Можно я заберу, да, ее? Ух ты, вот это да. Выключил запись? Да, выключил. Ага.